В Русской Православной Церкви предложили не считать умеренные телесные наказания детей побоями. В Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства спустя день после заседания Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей разъяснили позицию Церкви относительно предложения о внесении изменений в 116-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои», сообщает Ньюс.ру. «Мы убеждены, что добросовестные, умеренные родительские наказания не должны преследоваться ни в административном, ни в уголовном порядке. Но, к сожалению, предложенный законопроект снимает только часть проблемы, возникшей в связи с принятием новой редакции 116 статьи УК РФ», объяснили в Патриаршей комиссии. В РПЦ признали, что если из новой редакции статьи 116 убрать слова «близких лиц», то родительские наказания будут все равно продолжать считаться побоями. Просто ответственность за них будет накладываться не в общем порядке вместе с другими побоями. В Патриаршей комиссии подчеркнули, что не наносящее вреда ребенку умеренное применение в воспитательных целях физических наказаний родителями или с их согласия заменяющими их лицами не должно квалифицироваться как побои в смысле, предусматриваемым нормами уголовного и административного права.